Первый раунд. Конец первого раунда. Красного ринга Михаил Максур, представитель города Бишкек, Балабаев Нурсултан, кандидат в мастера спорта. Боксом занимается 5 лет. Тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Мирбакиева Раимджана. К данным соревнованиям подготовил также Мирбакиев Раимджан. Второй раунд. Thank you.
Конец второго раунда. В синем углу ринга отдыхает спортсмен, представитель из Иркутской области, Азамат Улу Айдар, кандидат в мастера спорта. Провел 43 боя, из них 35 побед. Боксом занимается на протяжении 7 лет. Является победителем из Иркутской области. Тренируется под руководством мастера спорта Кыргызской республики Абдыгеримова Азамата. К данным соревнованиям подготовил также мастер спорта Кыргызской республики Абдыгеримов Азамат. Весовая категория до 86 кг. Третий раунд. Поддержим спортсмена. Весовая категория до 86 кг.